Пане Романе, майже половина регіонів Росії запустила складання бойових дронів. Цю інформацію читаю на російських ЗМІ, хоча от, ну, якби про російські ЗМІ це ще менше можна говорити, ніж те, що ми говоримо інколи про західні. Але вони планують випускати до 25 тисяч дронів на місяць. Дуже якась така суперечлива історія зараз по дронах є. З одного боку, український Forbes писав про те, що за оцінкою там представників галузі, там є багато було, ну, така не дуже якісна стаття, але вони так пробували заглибитися, спілкуючись з представниками галузі. Так от, український Forbes видав публікацію, в якій йдеться, що начебто росіяни в 6 разів більше дронів роблять, ніж ми. А ми робимо, за нашими оцінками галузі, 50 тисяч. Виходить, що що, 6 разів більше росіяни роблять 300 тисяч дронів. І в цей же час на російські ЗМІ виходить інформація про те, що вони роблять 25 тисяч дронів на місяць, хочуть до того дійти. При цьому вже 40% регіонів працюють саме над створенням цього. Тут питання А. Ну, я розумію, що ви, напевно, не знаєте, скільки дронів робить Україна і Росія. З цього потрібно виходити. Але питання Б. Наскільки ось ця дронова гонка озброєнь, вона зараз є виправданою на сучасному періоді війни, і наскільки дрони це важливо? Ну, однозначно, дрони, во-первых, дрон дрону рознь, надо чітко розуміти. Дрон Шахет – это дрон, и FPV-дрон – это тоже дрон, и Си-Бейби – это тоже дрон, только уже надводный. Ну, то есть дрон – это такое размытое понятие. О чем, скорее всего, идет речь? Идет и в России, и в Украине есть производственные мощности, которые выпускают дроны. В России это, допустим, тот же «Форпост», тот же «Скальпель», вот они сейчас начали выпускать. То есть те же определенные дроны именно производственного плана, то есть те, которые собираются, или те же шахеды, это конечные определенные цифры. Почему? Потому что они упираются в серьезную элементную базу, так называемую, которую производят не россияне. Россияне вообще ни одного дрона не производят, как, кстати, и мы. Ни мы, ни россияне, мы не вместе не производим ни одного дрона. Реально мы их только собираем из, в основном это называется крупноузловая сборка. То есть, грубо, берем двигатель, плату, батарею в других странах, потом это все собираем, софт, может, мы какой-то свой закачиваем программу туда. Это большой вопрос, какой именно. И все. То есть вот это называется крупноузловая сборка, которую можно, в принципе, организовать на уроках труда у старших классов. Это как минимум. Потому что там сбор, то есть там производства как такового нет. Производство – это производственные линии, причем их несколько. Должны быть одна производственная линия по производству двигателей, вторая по производству элементной базы, плат и так далее и тому подобное. А для этого должна быть еще производственная линия по производству тех же микросхем для этих плат. И там целый комплекс этих производств. Потому этого нет ни у нас, ни в России. Из-за того, что россиян Китай рядом, Китай у них в оси зла основной, они получают эту элементную базу, то есть получают эти части, которые потом у себя могут собрать. Могут они больше нас собрать? Однозначно могут. Почему? Потому что у них допуск к китайской базе больше, чем у нас. Ну вот из-за того, что Китай к ним больше благоволит, чем к нам. Потому мы как-то через третьи страны пытаемся. У того же Китая, у нас практически все наши дроны, это китайские запчасти, которые мы уже у себя собираем. И вот здесь соотношение, ну да, может быть 1:5. Почему? Ну потому что примерно так в экономике оно все и работает. Потому можно об этом говорить, что это именно так. Но как гонка вооружений, допустим, как какой-то геймченджер, ну уж точно это все нельзя рассматривать. Геймченджер – это авиация. Геймченджер – это достаточное количество ракет дальних. Потому что ни один дрон не решит вопрос уничтожения Керченского моста, допустим, или подрыва большого склада. Вот кто-то слышал, чтобы дроны подорвали хоть какой-нибудь склад, хоть где-нибудь. Ну почекайте, почекайте. Ви кажете, дрон-дрону різниця. А Си-Бейбі що зробили? Не, вот мы сейчас говорим о китайских, да, то есть от тех китайских, которые вот собирают 1:5 или там сколько, в 5 раз больше
россиян. Это как раз промышленные дроны, которые собираются в единичных экземплярах, что много у нас этих дронов. В единичных на пальцах можно посчитать. Я больше скажу, то же самое и у россиян. Россияне сейчас тоже пытаются такой дрон себе создать, только непонятно для чего и по кому они будут работать. Но тем не менее, то есть тоже пытаются. То есть это точечные единичные экземпляры. А вот о масштабах, о которых мы говорим, мы же говорим сейчас о масштабных каких-то моментах. Так вот, масштабные моменты, они не решат, это не геймченджер как таковой. Я больше скажу, да и C-Baby это не геймченджер. По большому счету, не решит вопрос C-Baby даже в больших количествах какую-то проблему. Да, может затопить весь Черноморский флот. Так он и сейчас калибрами не стреляет. Его сейчас для нас не существует. Черноморский флот на нас сейчас абсолютно никак не действует. Их загнали C-Baby куда-то там под Новороссийск. Они там сидят себе тихо, боятся нос высунуть, потому что потерять они сколько потеряли? Больше 20 кораблей потеряли. А их попробуйте восстановить. И они сейчас тихо, мирно сидят где-то в сторонке, курят. Потому, опять же, это не геймченджер. То есть даже если затопить весь Черноморский флот, ничего ж не произойдет. Не летят калибры. Они и сейчас не летят. И потом не полетят, когда это все затопит. То есть, а вот геймченджером может быть только дальние средства поражения большой мощности. Это не 2 килограмма и даже не 40 килограмм в шахеде. Это полутонные заряды, и причем их должно быть не одна сотня, тысячи штук. Вот они тогда будут геймченджером. Это могут быть авиационные бомбы, которые будут сбрасывать F-16 на головы российских на оборонные рубежи. Но это полутонные, это уже то, что перерывает на глубину 8 метров, перерывает оборону противника. Или там полутонные, допустим, ракеты или средства поражения, которые заходят и уничтожают реально, допустим, тот же целый сразу аэродром или склад, куда заходят эти. Вот это геймченджер. А вот этого пока сильно не видно на данном этапе. Да, на весну обещают. Есть практически 100% гарантия. Летчики летают, просто так бы не летали. Значит, самолеты мы точно получим. А раз получим самолеты, значит, получим и авиационные средства поражения. Причем те самолеты, которые мы получим, они же у нас задачу какую будут выполнять? Завоевание превосходства в воздухе. А после того, как мы отгоним россиян хотя бы километров на 100 за счет даже вот этих 100-километровых ракет и хармов, потушим хармами через F-16 всю ПВО противника, туда же потом зайдут наши Су-24-е и начнут вываливать россиянам на головы наши 500-ки, наши ФАБы, которых у нас хватает и 250-ки, и 500-ки, то есть наши начнут работать. Вот это буде геймченджер. Пане Романе, дуже хочеться, щоб це були віщі теж слова, які сьогодні говорив про ваші. Ви ж мене слухаєте давно вже, тому я думаю, так воно і буде.